20 сентября сегодня. Нам посылки пришли. Ой, ребята, огромное спасибо всем, кто помогает. Вот Елене спасибо огромное. Она постоянно моим животным такую помощь оказывает серьезную. Тут посылки с кормами. И грызки там всякие посылают для собак. Там и для кошек всякие нужные штуки. Вот недавно она нам прислала специальную сумку и намордники для кошек. Это когда вот, ну, нужно какие-то манипуляции лечебные произвести, да, и вот а кошка кусается и царапается. Вот она нам прислала такие вещи нужные для нас. Пошлите, крокодилы. Давай драться. Всем, вообще всем огромное спасибо, кто нам помогает. Есть еще тоже девушка Кристина, она тоже периодически нам присылает тоже посылки с кормами и для кошек, и для собак. Всем, кто пеленки нам отправляет, всем, вот, всем огромное спасибо, что вы есть. Влажный корм, конечно, нам всегда необходим. Они просто настолько наедаются вот этим мясным паштетом. Считай, плюс сушка у них всегда стоит. Ну и за кошек можно быть спокойным. Еще раз спасибо огромное всем, кто нам помогает.